Нет! 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 Всем хай, с вами Юджин. И, друзья, не успели мы с вами пройти Difficult Game About Climbing, как вышла еще одна игра в стиле забомбить вас, заставить чувствовать себя ничтожеством и просто сделать так, чтобы вы разочаровались в жизни и перестали думать о том, что будущее может быть безоблачным. Игра называется The Game About Sisyphus. По традиции Getting Over It в такие игры решили добавлять персонажей древнегреческой мифологии. Сизиф в данном случае. Чувак, который шар катил в гору и постоянно запарывался в самом конце. Смотрите, на 3D что? Вот такой вот Сизиф. В трусиках, голый, как обычно. И вот так мы должны шар катить. Хорошо, можно бегать даже, прыгать. О, здесь более такое разностороннее управление. И вот как ты будешь его тащить, так ты и будешь его тащить. Ой-ой-ой, погоди, стой! Это сложнее, чем мне казалось. Попробуем его затащить все-таки. Там впереди очень долгий путь нас ждет. Вот, стой, погоди, тормозни. Так, это будет сложно. Как же тащить? Можно ли как-то тащить медленно? Итак, зум-камера. Катить влево, катить вправо. Что? Ну-ка, влево, вправо. А, мышкой можно регулировать, как он катится. Управление стало гораздо легче внезапно. Просто балансирую между правой и левой кнопкой мышки. Мне нравится, как быстро мы идем. И шифтом помочь нельзя себе. Понятно, и каждое препятствие будет ощущаться. Надо чуть-чуть как-то левее. Левее чуточку. Мне кажется, в этой игре меня в первую очередь задолбает такая медленная скорость нашего персонажа. И я ж, блин, не вижу ничего. Что впереди? А, вот, мы можем зубить. Куда ты покатил? Стой. Левее. Надо отзумить. А, вот. Так гораздо лучше обзор. Это максимальный отзум, кстати говоря. Давай, чуть-чуть левее. Стоп. Вот так. Тихо. Это осуществимо. Поначалу мне показалось, что все, я даже просто не буду записывать это видео. Что? Я, кажется, вижу впереди нечто двигающееся. Мне кажется, этот шар живой. Я им как лошадью управляю, видите? Правый бок их щипанул, он такой, ладно, иду вправо. И нужно иметь в виду, что если вдруг я ошибусь и упущу шар, то он укатится в самый низ. Учитывая то, как препятствия расположены, он прям, по-моему, будет катиться в самое начало игры. И лишь это меня сильно бесит. Погодите, а почему? Давай, чертовы, аккуратней. Балки мешаются. Видите, что? Угол наклона становится круче. И как ты хочешь? Хватит ли мне сил? Хватит. Вот, это чекпоинт. Дальше он никуда не укатится. Стой. Тихо, пожалуйста, стой. Нет. Обогнать. Нет, стой. Почему? Нет, я думал, там чекпоинт. Пожалуйста, хоть там зависни. Я не хочу. Ну где-нибудь ты тормозни, господь. Нет, он все перескакивает. Это просто очень долго возвращаться до той самой точки. И долго бежать обратно. Вот урод, я надеялся, что он зафиксируется там. Ой, стой. Тут еще правильный баланс между левой и правой надо удерживать. Стой, нет. Ты будешь стоять на месте, понял? То есть тут как бы реверсивно получается. Если я жму кнопку D, то бишь вправо, то как это... Тихо. Погоди. Нет, не горячись. Дай я объясню ребятам, что, как здесь работает. Если я вправо жму, то он, видите, левее начинает поворачиваться, мой персонаж. Соответственно, шар идет вправо. А, ну, то бишь как будто логично. Если хочу... Нет, непонятно, как это работает. Как-то это работает, в общем. Если я влево жму, то мой персонаж влево поворачивает. А шар вправо, соответственно, можно начать катить. Воу. Черт! Нет, стой! Так беги ты уже! Я нажал на shift! Да остановись, ну ради бога, ради всего святого! Высоко прыгает, молодец, но это бесполезно в этой игре. Попробуем снова. Мы сейчас... Реально погрузимся в шкуру этого персонажа. Ведь по легенде он как раз-таки, докатывая шар до самой вершины горы, каким-то образом факапился, и все начиналось сначала. Ладно, я постепенно начинаю привыкать к управлению, поэтому я думаю, проблем сейчас быть не должно. Жалко, shift не работает для того, чтобы быстрее толкать его. Мне кажется, нужно было бы сделать эту опцию. Мол, ты так уверен в себе, что будешь толкать шар быстрее. Мне кажется, я унижаю шар. Это все-таки валун. Еще он похож на луну. Мне кажется, я луну качу на самый верх, чтобы в небо ее снова запульнуть. О, Евгений, спасибо.
Спасибо, что пытаешься вернуть меня обратно на небеса, чтобы я могла светить тебе по ночам и радовать твой взор. И, кстати, о радовании взора, когда ты порадуешь уже меня, ты все никак не можешь снять с себя эти... Так, Луна, перестань. Мне сейчас не до твоей фигни, понятно? Если ты мне не покоришься, я скачусь обратно вниз. Я уже это делала, ты видела, что я способна. Не в этот раз, Луна. Не затащу тебя обратно, чтобы ты заткнулась, наконец. И не надейся, я никогда не успокоюсь. Ладно, мы преодолели. Все, тихо, Луна, пожалуйста, не отвлекай меня. Я тебя умоляю, пожалуйста, прошу, стоп. Вот здесь. Чё? Тут же забор. О, чекпоинтное место, я вижу. Ладно, попробуем. Вот. А, мы ломаем просто, хорошо. Но мне кажется, вот эти крутящиеся штуки сломать не получится. И как нам здесь надо будет пройти? О, блин. Стой, левее. Сбоку пройти не получится. Блин, я не знаю. Стой, аккуратней. Ого, тихо. Вот так. Стой. Да беги ты, урод. Хорошо, чекпоинтнулось. Фух. О, смотрите, как удобно сделали. Мне кажется, все-таки надо сбоку попытаться протащить. Евгений, тащи меня как хочешь. Я люблю и сбоку, и спереди, и... Да ладно, хватит. Все. Вот здесь получается. Вот здесь хорошо. Все безопасно. Тут нужно, мне кажется, чуток... пройти посередине. Вот так. Воу, тихо, очень тяжелый. Хорошо. Попробуем, блин. Давай. Very good. Подтолкнуло шикарно, спасибо, платформу подтолкнуло. Только меня не толкай. А здесь, по-моему, тоже нужно сбоку, только с левого бока. Не толкай его, не толкай этот валун так вперед. Тихо. Вот по краешку, да, по краешку будет хорошо. И правее. Вот так. Смогли. Стой, пожалуйста. Да почему ты не бежишь? Я жму на shift, он не бежит. Нет, зафиксируйте. Зафиксируйте валун, я тебя прошу. Нет. Ладно, в чекпоинт. Ладно, хорошо, ты в чекпоинт. Мы сделаем это еще раз. Невелика потеря. Стоп! Где управление? А, тут включено toggle running, чтобы ты нажимал на shift и включался бег, а нам не нужно, чтобы бег включался. Я должен бежать, когда жму shift. Только тогда. Да, и вот таким образом мы можем катить быстрее. Правда, не совсем, но все равно приятно. Вот так. Отлично. Мы чуть-чуть ускорили процесс. Вот здесь. Ускоряемся. Аккуратно. Спасибо. Подтолкнули. Very good. Теперь нужно... по левой стороне. Я наловчился, кажется. Теперь я хорошо чувствую персонажа, чувствую управление. А меня ты чувствуешь? Да перестань, все! А так... Хорошо. Ну, замечательно. И ничего сложного нету. Надо просто привыкнуть к физике. О, так, здесь будет трудновато. Возможно. А возможно, очень легко. А возможно, супер изи. Ультра легко. Не трогайте меня, не трогайте. А вот тут будет нелегко. Она так меня может сейчас запульнуть. Попробуем. Пожалуйста. Есть! Тайминги. Все решает тайминги здесь. Надо чуть-чуть выпрямить. Пожалуйста. Стой. Да ты... Вот так. Хорошо. Прошу, перестань. Угу. Надо подождать. Чуток подождем. Пошли. Умница. Идеально прошли. Теперь нужно... Тихо. Подкручивай. Наклеби. Как будто они все уже становятся. Мне это не нравится. Пошли. Филигранно. Никаких проблем. А в чем там боль заключается? Вот в этой секции я пока не знаю. Я вижу красные бочки. Такое ощущение, как будто они взорвутся, если я коснусь их. И мне кажется, так и будет. Да, они даже, видите, красным кружочком помечены. Значит, их трогать нельзя, судя по всему. А возможно, даже близко подходить нельзя. А что это я без шифта иду? Ну-ка быстрее. Умница. Хорошо. Тут есть маленькие красные бочки и большие. И, по-моему, их все больше становится. И, по-моему, проходы все уже становятся.
Пожалуйста, не трогай. Мог бы здесь без шифта пройти. Как-то аккуратненько. Аккуратненько. Вот так вот камеру поставить. Закручивай, закручивай. Во! Неплохо, неплохо, неплохо. Главное, главное вовремя нажимать. Случайно не обосраться. Хорошо. Ой, там впереди что-то неприятное. Очень много движений. Молодец, теперь делаем то же самое, только в другую сторону. Мы уже умеем. Сильно, 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 слишком. Не отпускай. А. Нет, нет, нет. Нет. О, нет, 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 нет. О, нет, 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 пожалуйста, нет. Где она? Ой, блин, боль. А! Куда? Бежим! Он посередине заспавнился, урод! Пожалуйста, в чекпоинт. Нет. Пожалуйста, не дайте, не дайте. Ой, далеко укатывается. Это еще скорость нам показывает. 12 метров в секунду катится. Посмотрите, с какой скоростью оно катится. Пожалуйста. Нет. На самое начало. Нет. Что-то умерло внутри меня. Ну-ка, давайте просто рестарт нажмем. Так гораздо проще. Как я мог так запороться? Там же так легко было. Ладно, давай, ноги напряги, руки напряги. С шифтом вперед в гору. Не сломить нашу волю к победе. От, хорошо, первый чекпоинт есть. Делаем, как мы умеем. Аккуратней. Урод. Урод, 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 урод. Стоп. Стоп. Мы не так умеем. Что ты творишь? Сейчас аккуратнее. И пошли, и пошли, и пошли, и пошли. И вот так в сторону, чтобы никто тебя не трогал. Ай, 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 не трогай. Фух, окей. Вот тут. Как там мы это мутили? Оно ударило, и мы пошли, и мы покатились. Отлично. О, тихо. Вот. Умница. О, стоп. Теряю равновесие почему-то. Пожалуйста, хватит. Сейчас тебе поршни ударят, и пошли, и покатились. А так. Есть! Вот оно, то роковое место с бочками. Мы буквально сейчас идем по минному полю. Пожалуйста, без ошибок, без осечек. Ни на что не отвлекаемся. Контролируем все. Превосходно, Евгений, очень хорошо идешь. Я усвоил, что касание этих бочек красных не оставляет никаких шансов. Вероятность, что он попадет в чекпоинтную зону, вообще минимальная. Поэтому на этой даже рассчитывать не стоит. А значит, как будто бы вопрос жизни и смерти. Вот так вот относимся к этому месту. Здесь мы чуть-чуть замедляемся и начинаем идти. Медленно, спокойно. Контролируем все. Подкручиваем, если надо. Если не надо, не подкручиваем. Первая пройдена. Очень хорошо прошел. Ускоряем. О, там, видите, еще впереди есть один туннель. Тут нехорошо, конечно. Вот здесь. Идем. Мне кажется, они угол поворота сделали гораздо сильнее вот в этой части. А потому здесь так стрёмно. Пожалуйста. Держи, как можешь. Пожалуйста, держи, как можешь. Есть! Прошел. Последняя. Последняя стрёмная. Ну, впереди, возможно, еще стремнее, но это мы потом будем об этом волноваться. Нет, это реально стрёмно. Очень узко. О, боже мой. О, боже мой. О, боже мой. Тихо. Здесь никакого касания не должно быть, ни единого. Отлично. Хорошо, 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 хорошо. Давай, сифон, иди вперед. О, это трамплинчики. О, они сделаны так, что нет выбора. Обязательно придется по ним проехать. Но тайминги, все решают они. О, так, стоим.
Стоим. Можно катиться? Можно? Можно. Стоим. Вперед. На самом деле, лучше бы вот сюда, вот сюда, вот сюда. О, боже мой. О, боже мой, тормози, тормози, тормози. Подкрутись. Как она выстреливает, эта штука. О, хорошо, хорошо. Хорошо, что я сошел с того трамплина. Мне кажется, я бы не успел прокатиться. Так. Вперед. Вперед. В чем здесь подвох? Не знаю, просто катим. Пожалуйста, успей. Только меня не откинь. У! Вот это было рискованно. Ладно, просто кач. Нет, нет, не стой. Нет, нет, стой. Нет, стой. Повезло. Вот так боком теперь полетит, молодец. Вперед. Пожалуйста. О, успел. Ага, можно. По трамплину мы почему-то быстрее катимся. Не знаю, в чем прикол, но я рад этому. Потому что на нем не хочется задерживаться. А что там впереди у нас ждет? Так, я вижу, что это там стоит. Какой-то обелиск, тотем. Не знаю, что это. Возвышается жезл некий. Ага. Есть. Катим. Хорошо. Есть. А вот тут что ты хочешь? Я не знать. Оу. Оу. И как? Надо поизучать. Стой, 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 стой. Погодите. Надо поизучать это место. Поднимается платформа посередине. Ага, затем поднимается вот это. Стоп, а насколько... О, нет. Нет, 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 стой, 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 пожалуйста, 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 пожалуйста. О, стоп. Хорошо. О, у них совсем рандомные тайминги. Совсем рандомные, надо даже рассчитывать не придется. Стоп, а может быть все-таки нам попробовать посередине проехать? Ну давайте попробуем посерединке. Я не знаю, как это вернется все. О, о, неплохо. Обернулось все чем-то позитивным. Тихо. Просто иди вперед. Вот так. Нет, 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 нет. Спасибо. Ор. Ор, май гор, май гор. Так я начинаю терять управление. Терять хватку, я бы сказал. Мне кажется, слева мы не пройдем. Слишком узенько. Точнее, справа. А вот слева придется пройти, это будет лучше. Надежней. Ага. Катим. Осторожней. Уф. Меня тронуло только что чуть-чуть. Не надо, чтобы меня трогал. Не трогай, блин, меня. О! Вперед! Вот здесь 100 пудов надо сюда, направо. Ой, не ту кнопку жму. Пожалуйста, 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 пожалуйста. Успел, 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 успел. Тут левее. Стоим. Ни в коем случае нельзя идти. А вот теперь надо идти. Чекпоинт! Что это? Вода. Это вода. Водянисто здесь. Я не знаю, в чем прикол. Я не знаю, каким образом это будет мне мешать. Возможно, шар будет скатываться быстрее. Вот она. Мудрость этой игры. Я даже не могу полюбоваться красотами. Посмотреть направо-налево. Я слишком увлечен, слишком сфокусирован на этом булыжнике. Вот так вот и мы в нашей жизни все к чему-то стремимся. Вот цель, 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 цель. Мы забываем смотреть вокруг, наслаждаться красотами этого мира. Я хочу дойти до того чекпоинта. Пока что вообще изи. Я не знаю, в чем сложность. А в общем, эта секция игры просто есть. Потому что я не вижу никаких препятствий здесь, никаких подлянок, ничего. Оу, а, но только камешек может слегка его толкнуть в ненужную мне сторону. Надо за камешками следить. А там что, кактусы впереди? Какие-то кактусы впереди, да. Собственно, вот я и подъехал. Что за легкая секция? Я не понял, для чего она нужна. А кактусы, в чем прикол кактусов, я даже не знаю. Ну давайте сохраним
валун вот в этой нише. А, все, непонятно, просто кактусы. Впереди кактусы, вот, и я, наверное, буду колоться об них, и будет неприятно. Давайте посмотрим на мир. Какой красивый мир. А, тихо, 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 куда ты начал толкать? Блин, не вытолкнул. Слышите? Что за тук-тук-тук? Что это? Что за механизмы? Возможно, нас там что-то ждет. Я думаю, на этом мы с вами закончим. Игра прикольная по задумке, но мне кажется, что у нее геймплей очень скучный. В том плане, что мне не весело в нее играть. Сколько скорее бесит, когда есть валун откатывается назад. Нет увлекательной механики игры. Но, может быть, вам прикольно на это смотреть. Я не знаю, может быть, дальше будет совсем дичь адовая. Я бы сделал, чтобы эта игра была вот тоже катить валун вверх, но при этом, чтобы ты прям реально выстроил локацию. Не просто прямой коридор со всякой фигней, а прям локация, где горы, и тебе нужно в какой-то момент затащить его на гору, как-нибудь так правильно расположить, потом скатить его с небольшой горочки, чтобы он так хоп сделал, и день-то остановился правильно, и там, в общем, контролировать его как-то, что-то такое. Ну, я не знаю, я не разработчик, поэтому я подзаткнусь просто. Но, тем не менее, я надеюсь, что вам понравилось это видео, и, может быть, вы хотите, чтобы я поиграл в эту игру еще, и мы вместе с вами посмотрели, что там на вершине. Если так, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал, вступайте во все мои соцсети, с вами был Юджин, люблю вас всех, и, конечно же, напоследок, 5, вы готовы? 1, 2, 3, и 5!